В Алматы врачи общей практики и педиатры обсудили мицеллярные формы витамина D. По словам экспертов, третье поколение имеет высокую биодоступность, то есть легко усваивается и подходит тем пациентам, кто хочет более быструю всасываемость. Инновационный метод вполне востребован, учитывая, что каждый второй казахстанец испытывает дефицит этого витамина. Создание инновационных видов лекарственных форм – требование времени. Как утверждают эксперты, современные клинические испытания показали, что мицеллированные формы витамина D подходят тем пациентам, кто хочет быструю всасываемость. Детишки наши часто имеют несовершенство пищеварения. Продукция и выработка желчных кислот у них не всегда выражена. Поэтому, да, мы должны помочь поступить витамин D3. А для этого есть возможность с помощью капель мицеллярной формы очень четко и точно определять дозировку. Это очень важно. В фармакологии работает принцип доза-эффект. Нехватка витамина D чревата рахитом, остеомаляцией и другими заболеваниями. Как рассказали на конференции, водный раствор витамина D3 хорошо всасывается с минимальной зависимостью от состава диеты, состояния печени и биосинтеза желчных кислот. В последнее время участились данные по регистрации именно настоящих дефицитов витамина D. Скорее всего, это и характер питания мамы, и экологическая обстановка, и сопутствующие заболевания у детей, которые приводят к нарушению всасывания витаминов в кишечнике, например. Конференция организована компанией «Санта». Организация проводит различные клинические исследования и является одним из производителей лекарственных препаратов, содержащих водорастворимую форму витамина D. Илья Манрамбеков, Влад Шишко, Информбюро.